Кратковременные дожди. В Мурманске плюс 15-17, кратковременные осадки. В Калининграде во вторник без осадков 23-25. Как и в Ростове-на-Дону, в Волгограде. Краснодаре еще жарче 34-36, без осадков. Ялта 30-32 градуса. В Санкт-Петербурге завтра переменные облачно, без осадков. Ночью плюс 12-14, днем плюс 21-23. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью возможны грозы. Ночные часы в столице плюс 18-20 градусов, дневные 23-25. Сейчас в городе плюс 22 градуса, атмосферное давление в пределах нормы.